Ужасный чеснок, эпизод 37. 5 настоящих историй о привидениях. Дом не такой уж и сладкий. Часть 2. История 1. Голубой дом Кедаха. Это был 2004 год. В тихом районе Кеда, Малайзия. Воздух был насыщен влажным теплым тропиков, а ночи часто были устрашающе тихими, нарушаемыми лишь отдаленным кваканьем лягушек и редким шелестом листьев. На время ремонта в нашем доме нам с семьей понадобилось временное жилье. Мы должны были пробыть там всего полгода, и вот начались поиски съемного дома. Моя близкая подруга Сью сопровождала меня, пока мы ездили по окрестностям. Был уже вечер, когда мы прошли мимо дома, который привлек мое внимание, большого старого синего дома, который, казалось, выделялся среди остальных. Краска потускнела, как будто сам дом отказался сопротивляться течению времени. На стенах местами рос мох, придававший дому особое очарование, которое я не мог описать. На воротах, покачиваясь на ветру, висела вывеска «Сдается». «Посмотри на этот дом», — сказала Сью, указывая на него. «Он пуст, и его можно сдать в аренду. Выглядит красиво, не так ли?» Я кивнул, чувствуя необъяснимое влечение к нему. Что-то было в этом доме, возможно, это был большой крытый балкон или то, как полуденное солнце отбрасывало длинные тени на лужайку. Что бы это ни было, мне очень хотелось рассказать об этом родителям. Моя мать и отец согласились арендовать дом. Неделю спустя мы переехали. Как только мы вошли внутрь, я заметил странное ощущение в воздухе, как будто тяжелое, затяжное присутствие прильнуло к стенам. В доме было тихо, даже слишком тихо. Мой отец, который обычно был очень наблюдательным, похоже, не заметил ничего плохого. Его больше волновал поиск удобного места, где можно было бы прилечь и посмотреть телевизор, его любимое времяпрепровождение. Первые несколько дней прошли без происшествий, но чувствовалось скрытое напряжение, от которого я не мог избавиться. Возможно, дело было в том, что дом казался слишком большим для нас пятерых. Или, может быть, дело в том, что тени, казалось, неестественным образом растягивались и извивались после захода солнца. Затем, на второй неделе, произошло то, что изменило все. Однажды поздно вечером, за полночь, я сидел за письменным столом и готовился к предстоящим экзаменам. Моя комната была тускло освещена, единственным источником света была маленькая лампа на моем столе. В комнате было холодно, несмотря на теплый тропический воздух снаружи. Я взглянул на зеркало на своем столе, которое позволило мне увидеть дверь позади себя. Делая заметки, я внезапно почувствовал, как по спине пробежал холодок. Я взглянул в зеркало и замер. Прямо позади меня с серьезным выражением лица стоял мой отец. Его глаза были широко открыты и пристально смотрели на меня. Мое сердце колотилось в груди, когда я обернулся, но там никого не было. Я моргнула, растерянная и потрясенная. Мне это показалось. Я встал, отпер дверь и вышел в коридор. Гостиная была всего в нескольких шагах от меня, и я мог видеть отца, сидящего на диване и тупо смотрящего на выключенный телевизор. «Аба?» Я тихо позвал. Он не ответил. Его тело было напряженным, глаза все еще широко открыты и не мигали. Зрелище, мягко говоря, нервировало. Я осторожно подошел к нему, неуверенный в том, что вижу. Воздух вокруг него казался густым, как будто что-то давило на меня. Я потянулся, чтобы встряхнуть его, но он оставался неподвижным, его взгляд был устремлен в пустой экран. Я почувствовал непреодолимое желание бежать, но мне также нужно было в туалет. Проходя в ванную, я столкнулся в коридоре с мамой. «Мама, ты можешь проверить Абу? Он ведет себя очень странно», — сказала я дрожащим голосом. Она посмотрела на меня, ее брови нахмурились в замешательстве. «О чем ты говоришь? Твой отец уже несколько часов лежит в постели. Сегодня вечером он плохо себя чувствует. Я почувствовал, как кровь отлила от моего лица, но... Он в гостиной», – прошептала я. Моя мать какое-то время смотрела на меня, а затем быстро направилась в гостиную. Я следовал за ней, мое сердце колотилось в груди. Но когда мы добрались до гостиной, она была пуста. Телевизор был выключен, а диван был холодным. Моя мать повернулась ко мне с суровым выражением лица. «Хватит играть в игры. Ложиться спать».
Я оцепенела, кивнула и поспешила обратно в свою комнату, заперев за собой дверь. Той ночью я спал с включенным светом, мое сердце колотилось, пока усталость наконец не настигла меня. На следующее утро я попытался избавиться от событий прошлой ночи. Я убедил себя, что устал, что мой разум сыграл со мной злую шутку. Это было рациональное объяснение, и я цеплялся за него. Но у дома были другие планы. Было раннее утро, и я помогал маме на кухне. Мы чистили лук для нашего продуктового ларька. Мой младший брат Мок должен был быть в школе, но, чистя лук, я увидел, как он пробежал через кухню и, не сказав ни слова, перепрыгнул через корзину с луком. «Мохт, будь осторожен. Разве ты не видишь, что я здесь делаю?» — крикнул я ему вслед, раздраженный его невнимательностью. Моя мать озадаченно оторвалась от работы. «О чем ты говоришь? Мохт в школе. Сегодня рано утром он ушел на спортивную тренировку. Мои руки замерзли во время пилинга, и я почувствовал тот же холодный страх, что и прошлой ночью. Но я только что видел его. Он пробежал прямо здесь». Моя мать покачала головой, ее глаза сузились от беспокойства. «Ты устал, ты слишком много учился. Иди отдохни немного». Я медленно кивнул, но знал, что видел. Ошибки быть не могло. Я почувствовал порыв воздуха, когда Мохт пробежал мимо меня, увидел размытость его фигуры, когда он двигался по комнате. Но его здесь не было. Он не мог быть таким. Я пытался убедить себя, что это всего лишь мое воображение, что меня одолевают стресс от экзаменов и незнакомого дома. Но в глубине души я знал, что что-то было очень, очень не так. Неделю спустя нас вызвали в наш родной город Паханг по семейным обстоятельствам. Мы покинули синий дом в спешке, взяв с собой только самое необходимое и заперев за собой двери. Было облегчением покинуть гнетущую атмосферу дома, пусть даже ненадолго. Когда мы вернулись, воздух стал другим, как будто сам дом затаил дыхание, пока нас не было. Когда мы подъехали к подъездной дорожке, наша соседка, Мак Чикани, помахала нам рукой, ее лицо было бледным и осунувшимся. «Тебя не было?» – спросила она дрожащим голосом. Моя мать кивнула. «Да, мы отсутствовали неделю». «Почему?» Глаза Мак Чикани расширились от ужаса, и она уронила контейнер с едой, который держала в руках. «Я...» «Я думал, ты все еще здесь. Каждую ночь я видел свет в доме. Я слышал шум, люди говорили, двери открывались и закрывались, даже звук готовящейся пищи. А твой сын, Мохт, он каждую ночь сидел снаружи. Я пытался с ним поговорить, но он так и не ответил. Я даже видела, как и твой муж ходил по дому, но когда я окликнула его, он просто проигнорировал меня. Лицо моей матери побледнело. Это невозможно». «Нас все это время не было». Мак Чикани выглядела испуганной, галстук. «Я подумал, что это странно, но я не думал. Я не думал, что это может быть. Что-то еще. Мы все почувствовали это тогда, холодную дрожь, пробежавшую по нам, как будто сам дом прислушивался, ожидая, когда мы снова войдем. Моя мать быстро провела нас внутрь, ее лицо приняло мрачное выражение». Она не хотела этого показывать, но я видел страх в ее глазах. В тот вечер, когда мы вернулись в дом, атмосфера казалась еще более гнетущей, чем когда-либо. Мой отец, обычно спокойный и сдержанный, казался взволнованным. Он ходил по гостиной, бормоча что-то себе под нос, в то время как моя мать занималась уборкой на кухне, ее руки слегка дрожали. Лежа в постели той ночью, я не мог избавиться от ощущения, что мы не одни в доме. Каждый скрип, каждый шепот ветра в окнах, казалось, усиливались в ночной тишине. Я держал свет включенным, слишком боясь погрузиться в темноту. Следующие несколько дней прошли в напряжении, беспокойстве. Мой отец продолжал вести себя странно, часто исчезая на несколько часов без объяснения причин. Моя мать все больше беспокоилась. Хотя и пыталась скрыть это от нас. В последнюю ночь перед тем, как нам предстояло навсегда покинуть синий дом, все достигло апогея. Я лежал в постели и пытался заснуть, когда услышал тихий стук в дверь. Я сел, мое сердце колотилось, и тихо позвал: «Кто это?» Ответа не последовало, только звук открывающейся двери. Я крепко сжал одеяло, у меня перехватило дыхание, когда я увидел фигуру, стоящую в дверном проеме. Это был мой отец.
Он стоял там, его лицо было бледным и ничего не выражающим. Глаза широко раскрытые не мигали. Но что-то было не так, что-то ужасно не так. Черты его лица были искажены, как будто лицо было сделано из воска и кто-то начал его плавить. Его глаза были слишком большими, рот растянулся в гротескной улыбке, которая не доходила до глаз. Я закричала, пятясь назад, пока меня не прижало к изголовью кровати. Фигура в дверном проеме не шевелилась, просто стояла и смотрела на меня с ужасающей улыбкой. «Аба!» Я кричала, но знала, что это не он. Что бы это ни было, это был не мой отец. Свет в моей комнате мерцал, отбрасывая на стены странные танцующие тени. Я слезла с кровати, протиснулась мимо фигуры и побежала по коридору в комнату родителей. Я ворвалась в дверь, рыдая, и обнаружила, что моя мать сидит на кровати и держит отца за руку. Он спал, его дыхание было поверхностным и затрудненным. Мама посмотрела на меня широко раскрытыми от страха глазами. «В чем дело?» Я не мог говорить, мог только указать на коридор, откуда я пришел. Моя мать нахмурилась и встала, проходя мимо меня, чтобы увидеть, на что я показываю. Я нерешительно последовал за ней, каждый нерв моего тела кричал мне, чтобы я повернулась назад и убежала. Когда мы добрались до моей комнаты, дверь была широко открыта, свет все еще мерцал. Но фигура исчезла. Моя мать повернулась ко мне, ее лицо было бледным. «Ты пойдешь с нами. Сегодня вечером мы покидаем этот дом. Мы собрали все, что могли, в спешке, оставив все остальное. Когда мы отъезжали от голубого дома, я в последний раз оглянулся и увидел фигуру, стоящую в окне наверху и наблюдающую за нами. Мы так и не вернулись в синий дом. После нашего отъезда здоровье моего отца ухудшилось, и через несколько месяцев он скончался. Моя мать отказалась говорить о случившемся, и мы молча переехали в наш отремонтированный дом. Лишь годы спустя я узнал правду. Макчикани наконец призналась моей матери, рассказав ей всю историю голубого дома. До того, как мы въехали, дом пустовал 8 лет, его бросили предыдущие жильцы, сбежавшие всего через несколько недель. Каждая семья, жившая там, сталкивалась со странными, ужасающими явлениями, искаженными фигурами в ночи, голосами, кричащими в темноте, и ощущением, что за ними наблюдают. Но дело было не только в доме. Что бы там ни жило, оно последовало за нами, привязавшись к моему отцу. Оно забрало его образ и использовало его, чтобы мучить нас, пытаясь сломить нас. И в конце концов это удалось. Больше мы никогда не говорили о синем доме. Это осталось темным воспоминанием, тенью, которая задерживалась на краю нашего сознания. Но в глубине души я знал, что он все еще здесь, ожидая свою следующую жертву. История 2. Сосед по дому. Это был обычный пятничный вечер в шумном городе, и улицы были наполнены звуками гудков машин и болтовни пешеходов. Я только что вернулся после быстрого ужина в местной закусочной. Воздух был насыщен запахами жареной еды и далекими отголосками вечерних молитв, сигнализировавшими о наступлении ночи. Когда я подошел к сдаваемому в аренду дому, я заметил, насколько тихим стало это место. В доме, где я жил с 5 другими студентами, было пугающе тихо. Обычно выходные означали, что все возвращались домой к своим семьям, оставляя меня одного в большом старом доме. Сегодняшний вечер ничем не отличался. По крайней мере, я так думал. Сам дом представлял собой пережиток прошлого, скрипучие деревянные полы и высокие узкие окна, которые дребезжали от малейшего ветерка. Стены были оклеены старыми, выцветшими обоями, которые, казалось, скручивались по краям, словно пытаясь избежать тяжести прошедших лет. Я толкнул тяжелую входную дверь и вошел в тускло освещенную гостиную. Единственный свет исходил от маленькой лампы на приставном столике, отбрасывая длинные мерцающие тени по комнате. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел своего соседа по дому, Мана, лежащего на диване и полусонного перед телевизором. «Мужик, ты не вернулся домой?» – спросил я, удивившись, увидев его там. Он ответил небрежным рычанием, едва сдвинувшись с места. «Позже», – пробормотал он, все еще глядя на экран телевизора. Я пожал плечами, не особо задумываясь об этом. «Хорошо, тогда давай перекусим позже. Мой велосипед сломался, так что меня нужно подвезти», –
«Да, конечно», – пробормотал он. Его голос затих, когда он, казалось, снова погрузился в полусон. Я поднялся наверх в свою комнату, решив освежиться, прежде чем мы отправимся в путь. Старая деревянная лестница скрипела под моим весом, и я слышал слабое эхо своих шагов, отражающееся от пустых стен. Оказавшись в своей комнате, я быстро убрался, а затем сел у окна, чтобы поговорить с девушкой по телефону. Прохладный вечерний ветерок проникал в слегка приоткрытое окно, предлагая краткую передышку от затянувшейся дневной жары. Пока я говорил по телефону, я услышал характерный стук открывающейся решетки входной двери. Я предположил, что это был Мэн, который наконец встал, чтобы уйти. «Мужик, куда ты идешь?» Я крикнул из окна, мой голос эхом разнесся по лестнице. «Макон», — ответил он низким и ровным голосом. «Подожди. Я пойду с тобой», — крикнул я, торопясь повесить трубку. Я накинул куртку и помчался вниз, желая догнать его. Но когда я добрался до гостиной, в доме было совершенно тихо. Входная дверь была широко открыта, но Мэна не было видно. Тишина была оглушительной, нарушаемой лишь слабым гулом теперь пустого экрана телевизора. Я вышел на улицу, осматривая темную, пустынную улицу. Никого не было видно. Привычный шум района, казалось, утих, оставив лишь тревожную тишину. Я выругалась себе под нос, раздраженная тем, что человек ушел без меня. Я решил прогуляться до ближайшей забегаловки, надеясь догнать его там. Прогулка прошла без происшествий, хотя тишина окрестностей казалась более угнетающей, чем обычно. Уличные фонари отбрасывали длинные жуткие тени, которые, казалось, тянулись ко мне, и я не мог избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. В закусочной я не увидела Мэна. Я пытался позвонить ему, но мой телефон не подавал сигнала. Разочарованный, я быстро перекусил и решил вернуться домой, все еще злясь из-за того, что меня оставили позади. Вернувшись в дом, я обнаружил, что раздвижная стеклянная дверь заперта. Это было странно. Никто из нас никогда не запирал эту дверь, поскольку домовладелец упомянул, что ключ давно потерян. Я не мог понять, как его можно было запереть изнутри. «Мужик, открой! Что с тобой не так?» — крикнул я, стуча по стеклу. Ответа не последовало. В доме оставалось темно и тихо. Я снова вытащила телефон, пытаясь позвонить Мэну. На этот раз звонок прошел. «Чувак, где ты, черт возьми?» «Откройте дверь!» — крикнул я в трубку. «В чем твоя проблема?» — раздался мужской голос, звучащий раздраженно. «Сегодня утром после уроков я пошел домой. Я у родителей. Почему ты звонишь мне?» Его слова поразили меня, как тонна кирпичей. Мое сердце пропустило удар, и кровь похолодела. «Но... я видел тебя раньше. Ты лежал на диване и смотрел телевизор. Я говорил с тобой». Я заикался, в моем голосе прокрадывались растерянность и страх. «Это был не я», — ответил Ман, и в его голосе теперь звучало беспокойство. «Я уехал рано утром. Вы, должно быть, ошибаетесь». Я стоял и смотрел на темный, пустой дом. Если человека не было весь день, то с кем или с чем я разговаривал? Когда я прокручивал в голове события, началась паника. Я отчетливо помню, как увидел кого-то на диване и услышал ответный мне голос Мэна. Но теперь кусочки не сошлись воедино. Я медленно попятился от дома, мое сердце колотилось в груди. Что-то было ужасно неправильно. Не в силах избавиться от чувства страха, я поспешил к дому друга, расположенному всего через несколько домов. Я постучал в дверь, пытаясь держать нервы под контролем. Когда он ответил, я быстро объяснил, что произошло, мой голос дрожал от страха. Он слушал, и с каждым словом выражение его лица становилось все серьезнее. «Тебе следует остаться здесь на ночь. Этот дом. Он старый. В таких местах происходят странные вещи». Я согласился, слишком потрясенный, чтобы вернуться. Той ночью я лежал без сна в комнате моего друга и смотрел в потолок. Мой разум работал, прокручивая каждую деталь вечера. Чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что замешано что-то зловещее. Наступило утро, но чувство беспокойства не покидало меня. Я решил противостоять ситуации лицом к лицу. В конце концов, я не мог избегать дома навсегда. В сопровождении моего друга я вернулся в арендованный дом.
Мы прошли по подъездной дорожке, и я заметил кое-что странное. Раздвижная дверь, запертая накануне вечером, теперь была слегка приоткрыта. Шторы развивались на ветру, и холодок пробежал по моей спине. Мы осторожно вошли в дом, каждый скрип половиц цехом отдавался в тишине. Гостиная была точно такой же, как я ее покинул, но воздух казался густым и гнетущим, как будто сам дом затаил дыхание. Мы с другом проверили каждую комнату, но ничего постороннего не было. Все было так, как мы оставили, кроме одного. Окна, которые раньше были плотно закрыты, теперь были открыты. Каждый из них. «Какого черта?» – пробормотал мой друг, его голос был едва громче шепота. Мы проверили окна, но признаков взлома не обнаружено. Как будто они открылись сами. Пока мы стояли в гостиной, пытаясь понять, что происходит, мы услышали шум сверху, слабое, ритмичное постукивание, как будто кто-то барабанил пальцами по деревянной поверхности. Мы обменялись нервными взглядами и медленно поднялись по лестнице. Постукивание становилось громче по мере того, как мы приближались ко второму этажу. Сердце у меня застряло в горле, руки дрожали, когда я потянулась к ручке двери в свою комнату. Дверь скрипнула, открывая мою комнату в том виде, в котором я ее покинул. Звук постукивания резко прекратился. Мой друг подошел ко мне сзади, и мы оба замерли. На моем столе стояла маленькая деревянная коробочка, которую я никогда раньше не видел. Он был старый, с замысловатой резьбой на крышке и выглядел неуместно в этой обыденной комнате. «Откуда это взялось?» – спросил мой друг, его голос был едва выше шепота. «Понятия не имею», – ответил я, приближаясь к коробке. Я колебался мгновение, прежде чем потянуться, чтобы открыть его. Крышка скрипнула и открылась, открывая коллекцию старых пожелтевших фотографий. Я взял один, руки у меня дрожали. На фотографии была группа людей, улыбающихся в камеру. Но их лица были размыты, как будто они двигались слишком быстро, чтобы камера могла их запечатлеть. Я пролистал остальные фотографии, каждая из которых была более тревожной, чем предыдущая. Были изображения дома, сделанные с ракурсов, которые казались невозможными, как будто кто-то стоял внутри стены и наблюдал за нами. Я уронил фотографии, мой желудок скрутило от тошноты. «Это неправильно. Нам нужно выбраться отсюда». Мой друг не спорил. Мы вышли из комнаты, оставив коробку и ее содержимое. Когда мы достигли вершины лестницы, снова раздался стук, на этот раз громче, доносившийся изнутри стен. Мы выбежали из дома и не остановились, пока не вернулись к моему другу. Меня трясло, мой разум кружился от того, что мы только что пережили. Позже той ночью я попытался собрать воедино то, что происходило. Фотографии, постукивание, фигура, которую я видел, все это не имело никакого смысла. Да, дом был старым, но это выходило за рамки обычного призрака. Я решил провести небольшое исследование, надеясь найти ответы. Я копался в старых записях, онлайн-форумах и местных легендах, пытаясь найти что-нибудь, что могло бы объяснить странные происшествия. Именно тогда я наткнулся на историю семьи, которая жила в этом доме несколько десятилетий назад. Подробности были туманны, но говорилось, что все они погибли при загадочных обстоятельствах. Некоторые утверждали, что отец сошел с ума, доведенный до безумия голосами в стенах. Другие говорили о древнем проклятии, связанном с землей, на которой был построен дом. Но самой пугающей была легенда о Пенунгу, невидимом духе, который, как говорили, охранял определенные места и мучил любого, кто осмелился потревожить его владения. Говорили, что Пенунгу могут принимать облик тех, на кого они претендовали, погружая их души в бесконечный цикл мучений. Детали начали вставать на свои места. Фигура, которую я видел, фотографии, прослушивание, все было связано. В доме не просто обитали привидения, он был проклят, и каким-то образом я стал его целью. Я знал, что не могу больше оставаться в этом доме. Я собрала свои вещи, оставив после себя все, что могло быть связано с проклятием. Но уходя, я понял, что мне нужно знать наверняка, мне придется в последний раз встретиться с тем, что было в этом доме. Я вернулся домой, на этот раз один. Воздух был наполнен напряжением, и каждая тень, казалось, двигалась сама по себе.
я направился в свою комнату, где на столе все еще стоял деревянный ящик. Фотографии были разбросаны по полу, как будто кто-то в спешке их пролистал. Но что привлекло мое внимание, так это зеркало на стене. Он был треснут, неровная линия, идущая по центру, искажала мое отражение. Я смотрела в зеркало, мое сердце колотилось. Именно тогда я увидел это, фигуру, стоящую позади меня. Ее лицо было искаженным отражением моего собственного. Оно улыбалось, холодная, угрожающая ухмылка, от которой у меня по спине пробежали мурашки. Я обернулась, но комната была пуста. Фигура в зеркале исчезла. Я вышел из комнаты, мое дыхание стало прерывистым, паническим. Достигнув вершины лестницы, я снова услышал стук, более громкий и настойчивый, чем когда-либо. Он доносился из-за стен, из самого сердца дома. Тогда я понял, что мне пора уходить, но у дома были другие планы. Входная дверь захлопнулась, замки щелкнули на месте. Окна дребезжали, и свет дико мерцал. Я оказался в ловушке. Стук стал громче, превратившись в безумный стук, доносившийся, казалось, со всех сторон. Стены дрожали, и я чувствовал, как половицы шевелятся под моими ногами. В отчаянии я побежал к задней двери, но она тоже была заперта. Я был окружен, дом приближался ко мне, как будто он был живым, намереваясь удержать меня там. А потом все замерло. Стук прекратился, свет стал ровным, и в доме воцарилась тишина. На мгновение я подумал, что все кончено. Но потом я увидел это, фигуру, стоящую наверху лестницы. Это был человек, или, по крайней мере, что-то похожее на него, смотрящее на меня холодными, безжизненными глазами. Он не двигался, не говорил. Он просто стоял и смотрел на меня, а воздух становился все холоднее и холоднее. Я чувствовал, как жизнь высасывается из комнаты, как будто сама суть дома питалась моим страхом. Я знал, что мне нужно что-то сделать, что угодно, чтобы сбежать. Я потянулся за ближайшим предметом, тяжелым подставкой для книг, и швырнул его в фигуру. Оно прошло сквозь него, разбив зеркало позади него. Фигура мерцала, затем исчезла, оставив меня одного в темном пустом доме. Я мало что помню из того, что произошло потом. Каким-то образом мне удалось разбить окно и сбежать из дома. Я бежал сквозь ночь, не останавливаясь, пока не оказался далеко от этого проклятого места. Я никогда не возвращался. На следующий день я уехал, бросив все. В конце концов дом был продан, но я так и не узнал, что случилось с ним и с новыми жильцами. Но я не мог избавиться от ощущения, что это еще не конец. Дом, фигура, постукивание, они до сих пор преследуют меня во сне, постоянное напоминание об ужасе, с которым я столкнулся. И иногда поздно ночью, когда мир тих, я слышу это снова, это слабое, ритмичное постукивание, как будто кто-то барабанит пальцами по деревянной поверхности. Этот звук останется со мной навсегда, напоминание о том, что некоторые места лучше оставить в покое, а некоторые духи никогда по-настоящему не отдыхают. Прошли годы с той роковой ночи, но воспоминания остаются такими же яркими, как и прежде. Я пытался двигаться дальше, оставить прошлое позади, но все не так просто. Время от времени я слышу истории, слухи о странных происшествиях в этом старом районе. Люди говорят о тенях, движущихся сами по себе, о голосах, эхом разносящихся по пустым комнатам, о холодном, злобном присутствии, наблюдающем за ними из темноты. Некоторые говорят, что дом заброшен, оставлен гнить, пока природа медленно его восстанавливает. Другие утверждают, что оно все еще занято, что в него въехали новые арендаторы, не подозревающие об ужасах, скрывающихся внутри. Но я знаю правду. Инунгу все еще здесь, ждет, наблюдает, выжидает своего часа. Это лишь вопрос времени, когда он найдет новую жертву, кого-то еще, кого можно поймать в бесконечный цикл мучений. И когда это произойдет, я буду готов. Я буду ждать, прислушиваясь к знакомому постукиванию, зная, что кошмар еще далек от завершения. Некоторые вещи невозможно забыть, а из некоторых мест невозможно убежать. История 3. Эхо темных шагов. Ночь тяжело опустилась над Куала-Лумпуром, окутав город густой пеленой тьмы. В скромной квартире, расположенной в самом центре шумного города, в воздухе витало чувство беспокойства.
Квартира была маленькая, но уютная. Временный дом для молодой женщины по имени Нур. Ее муж недавно устроился на новую работу за проливом, оставив ее одну с двумя маленькими детьми. Ее мать, приехавшая из Кучинга, чтобы помочь с предстоящим переездом в Мири, прожила с ними несколько недель. Вечера Нура были обычными: стирка одежды, уборка и присмотр за детьми, пока они засыпали. Сегодня вечером, когда часы приближались к 9, она обнаружила, что занимается своими обычными делами, перемещаясь между гостиной и стиральной машиной. Телевизор работал, транслируя какую-то незабываемую передачу. Его мерцающий свет отбрасывал длинные тени по комнате. Ее мать, всегда сова, была в гостевой комнате и занималась шитьем при тусклом свете. Когда Нурк стояла в гостиной, ее внимание переключалось между телевизором и домашними делами, она внезапно почувствовала чье-то присутствие рядом с собой. Она чувствовала знакомое присутствие матери, мягкий шелест ее одежды, слабый аромат жасмина, который всегда окутывал ее. Не глядя прямо, Нур периферийным зрением увидела фигуру матери, тихо стоящую рядом с ней. В ее голове мелькнула мысль. Игривое желание пошутить с мамой по поводу отсутствия интересных передач по телевизору. Но что-то удерживало ее. Она оставалась неподвижной. Ее глаза были устремлены на экран. Ее сердце начало колотиться в груди. Воздух вокруг нее, казалось, стал тяжелее, плотнее от невидимого напряжения. Затем, не говоря ни слова, фигура прошла мимо нее и вошла в спальню Нура. На мгновение Нур застыла. Пульт выскользнул из ее рук и с грохотом упал наполовину. Странный холодок пробежал по ее спине, холод пробрался до костей. Швейная машинка ее матери тихо гудела из другой комнаты, далекий звук, который теперь ощущался за пределами миров. Нурк стряхнул беспокойство и рационализировал ситуацию. «Может быть, ее мать присматривала за детьми», — подумала она, хотя было странно, что она воспользовалась ванной в комнате Нура, когда рядом с ней была еще одна. И все же она убедила себя, что в этом нет ничего необычного. Она замешкалась на пороге своей спальни, дверь была слегка приоткрыта. В комнате было темно, единственный свет исходил из коридора позади нее. Она протянула руку и включила свет, флуоресцентная лампочка ожила со слабым жужжанием. Кровать была аккуратно заправлена, детские игрушки разбросаны в обычном беспорядке, но матери не было видно. У Нур перехватило дыхание, когда она шла через комнату в ванную. Она толкнула дверь, почти ожидая увидеть внутри свою мать. Но ванная была пуста, воздух неподвижен и холоден. Зеркало над раковиной отражало ее бледное лицо со широко открытыми глазами, на чертах которого отразилось смятение и страх. Она выключила свет и пошла обратно в комнату матери. Ее шаги ускорились по мере того, как чувство страха росло. Она нашла свою мать именно там, где была раньше, сгорбившись над швейной машинкой. Ритмичный звук игл резко контрастировал с тишиной в остальной части квартиры. «Мак, ты только что зашел в мою комнату?» – спросила Нур, ее голос слегка дрожал. Мать озадаченно посмотрела на нее. «Нет, я был здесь все время». «Почему?» Нур тяжело сглотнула, ее мысли метались. «Я просто... Мне показалось, что я увидел тебя в своей комнате. Я увидел, как ты стоишь рядом со мной в гостиной, а потом ты вошел в мою комнату». Выражение лица ее матери изменилось, игривый свет в ее глазах потускнел. «Я не выходила из этой комнаты после молитвы Иши», — сказала она тихо, теперь ее тон стал серьезным. Холодное сознание охватило Нура. Она что-то видела, что-то похожее на ее мать, но не похожее на нее. Ее разум путался, пытаясь понять, что произошло, но чем больше она думала об этом, тем более невозможным это казалось. Больше она ничего не сказала матери, не желая ее тревожить, но страх грыз ее внутренности. Той ночью Нур лежала без сна в постели, каждый скрип и стон квартиры усиливались в тишине. Образ призрачной фигуры, двойника ее матери, прокручивался в ее голове снова и снова. Она пыталась убедить себя, что это игра света, плод ее воображения, но в глубине души она знала лучше. В последующие дни атмосфера в квартире становилась все более гнетущей. Начали происходить странные вещи, жуткий шепот, доносившийся, казалось, со стен, тени, которые двигались сами по себе, и постоянное ощущение, что за вами наблюдают.
Однажды утром, готовясь к предстоящему дню, Нур услышала возле своего уха слабый шорох, как будто кто-то пытался заставить ее замолчать. Она обернулась, ожидая увидеть сына, но ничего не нашла. Он все еще спал в своей постели, его никто не беспокоил. Нервы Нур были на пределе, ее обычно сильное поведение сменилось страхом. Она хотела рассказать мужу, но он был далеко, и она не хотела его беспокоить. Она подумывала рассказать об этом матери, но передумала, не хотела обременять ее этими странными происшествиями. Поэтому она держала это при себе, надеясь, что все само пройдет. Но ночи были худшими. Каждый раз, когда она закрывала глаза, она снова чувствовала это присутствие, стоя возле ее кровати и наблюдая за ней. Она почти слышала тихий шорох одежды, чувствовала слабый аромат жасмина. Оно всегда было там, вне поля зрения, призрачная фигура, которая, казалось, чего-то ждала. Одной особенно темной ночью, когда снаружи бушевала буря, страх Нура достиг своего пика. Отключилось электричество, погрузив квартиру в полную темноту. Ветер завывал в деревьях снаружи, и дождь барабанил по окнам. В кромешной тьме Нур лежала на кровати и не могла заснуть. Ее мать спала в другой комнате, а дети сидели рядом с ней. Внезапно она почувствовала руку на своем плече, холодную, липкую и безошибочно настоящую. Она замерла, у нее перехватило дыхание. Рука не двигалась, не сжимала, а просто лежала там, тяжелая и зловещая. Нур зажмурилась, молясь, чтобы это прошло. Но присутствие не исчезло. Оно задерживалось, давя на нее, удышая своей холодностью. А затем, так же внезапно, как и появилась, рука исчезла. Нур ахнула, садясь на кровати, ее сердце колотилось в груди. Комната была пуста, тьма густая и непроницаемая. Она потянулась к прикроватной лампе, но света все еще не было. В тусклом свете телефона она оглядела комнату, но там не было ничего, ничего, кроме непреодолимого чувства страха, поселившегося в ее груди. На следующее утро Нур едва могла заставить себя говорить. Она прокручивала дело своего дня, думая о чем-то другом, преследуемая событиями прошлой ночи. Она знала, что больше не может оставаться в квартире. Что бы ни преследовало ее, оно не собиралось уходить само по себе. Когда мать предложила ему ехать к Мире раньше, чем планировалось, Нур не колебалась. В тот же день они собрали свои вещи и покинули квартиру, оставив позади мучившее ее призрачное присутствие. Но когда они уехали, Нур не могла избавиться от ощущения, что все еще не закончилось. Что бы ни последовало за ней, его не так-то легко оставить позади. Когда они обосновались в своем новом доме в Мире, Нур попыталась забыть о странных событиях в Куала-Лумпуре. Но воспоминания оставались, проникая в ее мысли, когда она меньше всего этого ожидала. Ночью она избегала зеркал и время от времени ловила себя на том, что оглядывается через плечо, почти ожидая увидеть эту призрачную фигуру, стоящую вне поля зрения. Спустя годы, когда Нур рассказала эту историю своим взрослым детям, она поняла, что страх так и не покинул ее. Это была та часть ее души, которую всегда преследовали эхо темных шагов. История 4. Незваный гость. В самом сердце Куала-Лумпура, среди шумной городской жизни, арендованный за Зой дом с террасой стоял устрашающе тихо. Дом видал и лучшие дни, а теперь обветшал и омрачен ходом времени. Это были выходные, и Заза, студентка университета, имела на это место только для себя, поскольку ее соседи по дому вернулись в свои родные города. Обычно такое одиночество приветствовалось, но сегодня вечером оно было другим, тревожным. День был типичный, Заза и ее подруга Нина провели день в популярных торговых точках, впитывая оживленную атмосферу Букит-Бинтанга. Они вернулись домой поздно, с полными сумками с покупками, в приподнятом настроении. Однако дом, казалось, обладал другой энергетикой, тяжестью в воздухе, которую никто не мог вполне уловить. Заза отмахнулся от этого, списав это на тишину пустого дома. Они поднялись наверх в комнату у Зазы, желая примерить свою новую одежду. Пока они смеялись и болтали, их радость прервал слабый шум внизу, тихий стук. Как будто что-то тяжелое упало наполовину, Нина взглянула на Зазу, нахмурив брови. «Ты это слышал?» Заза поколебался, затем кивнул. «Может быть, кто-то из соседей по дому вернулся раньше?»
Нина нахмурилась. В субботу вечером. Я сомневаюсь в этом. И все же мысли о еще одном человеке в доме несколько утешала. Они продолжили разговор, стараясь не обращать внимания на неприятное чувство, растущее в глубине живота. Но затем звук медленных, размеренных шагов эхом раздался с лестницы, подбираясь все ближе и ближе к комнате. Сердце Зазы начало колотиться. «Нина, ты заперла входную дверь?» Нина кивнула. «Конечно, я это сделал. Но что, если...» Ее голос затих, ее мысли метались в поисках возможностей. «Может быть, у кого-нибудь есть запасной ключ?» Шаги прекратились прямо перед дверью Зазы, после чего послышался безошибочный звон ключей, как будто кто-то пытался найти нужный. У Зазы перехватило дыхание. Дверь уже была заперта изнутри, но мысль о том, что кто-то, или что-то, стоит с другой стороны, вызвала у нее дрожь по спине. «Кто там?» – позвала Заза дрожащим голосом. Ответа не последовало. Вместо этого дверная ручка сильно задребезжала, как будто кто-то пытался проникнуть внутрь. Нина схватила Зазу за руку, ее лицо побледнело. «Заза, я не думаю, что это человек». Мысли Зазы метались, пытаясь вспомнить любые истории, которые она слышала об этом доме. Это всегда казалось немного странным, но ничего подобного раньше не случалось. Ее мысли были прерваны громким ударом, как будто в дверь швырнули что-то тяжелое. Его сила заставила всю комнату дрожать. Недолго думая, Заза и Нина подбежали к окну, но оно было плотно закрыто. Задвижки проржавели и недвижимы. Они оказались в ловушке. Стук в дверь стал громче и неистовее, как будто то, что было снаружи, отчаянно пыталось проникнуть внутрь. Внезапно все стихло. Отсутствие шума было почти таким же ужасающим, как и стук. Заза и Нина замерли, внимательно прислушиваясь, но слышали только собственное учащенное дыхание. Прошли минуты, хотя казалось, что часы. Когда они подумали, что худшее уже позади, мягкий, пугающий голос прошептал с другой стороны двери: «Заза, открой дверь». Нина сильнее сжала руку Зазы. «Это не один из твоих соседей по дому», – прошептала она. Ее голос был едва слышен. Заза кивнула, ее разум кружился от страха и замешательства. Голос звучал знакомо, до жути, но было в нем что-то неладное, что-то неестественное. Затем, так же внезапно, как и началось, весь дом погрузился во тьму. Огни мигнули один раз, два, а затем полностью погасли, оставив их в кромешной тьме. Единственным светом был слабый свет луны, проникавший сквозь шторы. Нина потянулась за телефоном, но ее руки так сильно тряслись, что она чуть не выронила его. Ей удалось включить фонарик, и маленький луч прорезал темноту. Они оба подпрыгнули, когда дверь со скрипом открылась, открыв пустой коридор, залитый тенью. Нина направила свет в коридор, не открывая ничего, кроме пустоты. «Заза, нам нужно выбираться отсюда», – прошептала она дрожащим голосом. Заза кивнула, ее разум кричал, чтобы она пошевелилась, но ее ноги были словно свинцовые. Они подкрались к двери, луч света дрожал на ходу. Казалось, дом вокруг них стонал, старое дерево оседало так, как никогда раньше. Дойдя до лестницы, они замерли. Внизу стояла фигура, окутанная тьмой, ее силуэт был едва различим. Оно было неестественно высоким, и его глаза, эти глаза, светились жутким светом, который вызвал волну ужаса, прошедшую по всему существу Зазы. «Кто? Кто ты?» Заза успела заикаться, хотя уже знала, что человеческого ответа не будет. Фигура не двигалась, не говорила, но воздух вокруг них становился холоднее, настолько холодным, что их дыхание образовывало видимые клубы в темноте. Затем со скоростью, не поддающейся всякой логике, фигура бросилась к ним, пятно тьмы и холода. Заза и Нина закричали, пятясь назад в комнату и захлопнув за собой дверь. Они прижались к нему спинами, как будто их общий вес мог сдержать любой ужас, пытающийся прорваться. Стук возобновился, на этот раз сильнее и быстрее, как будто существо было в ярости из-за того, что они сбежали. Стены тряслись от каждого удара, воздух был наполнен зловонием разложения и гниения. «Заза, что нам делать?» Голос Нины был почти шепотом, ее глаза расширились от ужаса. Заза не нашел ответа. Ее мысли метались, пытаясь придумать что-нибудь, что могло бы им помочь.
Затем, посреди этого хаоса, она вспомнила то, что когда-то рассказывала ей бабушка о духах, как их часто тянет к чему-то, кому-то и как их можно изгнать, если разорвать связь. Но какая здесь связь? Почему этот дух преследовал их? Внезапно это ударило ее. Сумки для покупок. Ранее на одном из уличных рынков Заза купила старое, богато украшенное зеркало. Что-то в нем привлекло ее внимание, что-то, что она не могла объяснить. Это была всего лишь дешевая безделушка, диковинка. Но теперь она задавалась вопросом, было ли это нечто большее. «Нина, зеркало!» – перекрикивал шум Заза. «Она в сумке, избавьтесь от него!» Нина посмотрела на нее, растерянная и испуганная, но не стала спорить. Она подобралась к куче сумок с покупками и вытащила зеркало. Он оказался тяжелее, чем выглядел. Его поверхность потускнела и потускнела. Не колеблясь, Нина швырнула зеркало через всю комнату, разбив его о стену. Стекло разбилось с оглушительным грохотом, и на мгновение все замерло. Стук прекратился, воздух слегка потеплел, и дом как будто выдохнул, словно высвободил давно задержавшийся вздох. Но облегчение было недолгим. Из осколков разбитого зеркала начал подниматься темный туман, сливаясь в форму фигуры, находившейся внизу лестницы. Теперь оно выглядело крупнее, его форма стала более четкой, более угрожающей. «Тебе не следовало этого делать?» – прошептало оно. Его голос был похож на гвозди по классной доске. Заза и Нина отступили, их страх достиг нового пика. Фигура приблизилась к ним, и с каждым шагом в комнате становилось холоднее. Разум Зазы кричал, ее тело застыло от ужаса. Спасения не было, некуда было бежать. Когда фигура протянула руку, температура упала еще больше. Заза мог видеть ее дыхание в воздухе, ее тело бесконтрольно дрожало. Затем, когда он собирался коснуться ее, входная дверь внизу с громким грохотом распахнулась. «Заза!» – раздался голос, знакомый голос, теплый и живой. Это был парень Зазы, который волновался, когда она не отвечала на его звонки. Он решил зайти и проверить ее. Его внезапное прибытие, казалось, разрушило чары, охватившие дом. Фигура отшатнулась, шипя от гнева и разочарования. Казалось, он растворился в воздухе, растворяясь в тенях, пока не остался только звук прерывистого дыхания Зазы и Нины. Они не стали ждать, вернется ли он. Они схватили свои вещи и сбежали вниз по лестнице, через парадную дверь, на холодный ночной воздух. Бойфренд Заза стоял там, растерянный и обеспокоенный, но Заза не мог объяснить, что произошло. У нее не было слов. Все, что она знала, это то, что они в безопасности, пока. Но когда они отъехали от дома, Заза не мог избавиться от ощущения, что все еще не закончилось. Что бы то ни было в этом доме, оно все еще наблюдает, все еще ждет. И она была права. Когда они исчезли в ночи, фигура снова появилась в окне комнаты Зазы, ее глаза светились злобным светом. Это было только начало. История 5, призраки Серембана 2. Было ясное воскресное утро, и воздух вокруг был пропитан ожиданием. Новый дом в Серембане 2 должен был стать новым началом для Ди и его друзей, местом, где они могли бы создать воспоминания и избежать стресса городской жизни. Но дом, с его, казалось бы, обычным внешним видом, таил в себе тайны гораздо более темные, чем кто-либо из них мог себе представить. Едва они обосновались, как начали происходить странные вещи. Ади вместе со своими друзьями детства Камалем и Фикри прожил там неделю. Дом был просторным, с большим двором, идеально подходящим для барбекю по выходным, а арендная плата была на удивление доступной. Казалось, что мечта сбылась, но это не так. Тем утром они решили позавтракать на улице, наслаждаясь прохладным ветерком. Носили мак, который они купили в ближайшем ларьке, был восхитительным, но в воздухе витало беспокойство, от которого никто из них не мог избавиться. Несмотря на яркое солнце, дом позади них выглядел зловеще, его окна были темными и зловещими. Они не могли этого объяснить, но никто из них пока не хотел возвращаться внутрь. Ади продолжал поглядывать на дом, чувствуя, как необъяснимый страх гложет его нутро. «Ребята, вы тоже это чувствуете?» – спросил он низким голосом. Камаль кивнул, его обычно веселое поведение было приглушенным. «Да, это как? Как будто что-то не так». Фикри, всегда скептик, усмехнулся.
Вы оба слишком остро реагируете. Это просто дом. Мы, наверное, просто нервничаем, потому что это что-то новое. Но с наступлением утра их беспокойство росло. Они ожидали, что в тот же день их приедет семья Камаля и привезет с собой известного целителя из Бантинга. Это казалось чрезмерным, но после событий прошлой ночи они были готовы пойти на все, чтобы избавить дом от тревожной атмосферы. Прошедшая ночь была наполнена настоящим ужасом. Они слышали шепот в темноте, звуки, которым не место в таком новом доме. Двери скрипели сами собой, тени двигались без источника, а холодное пятно в коридоре становилось холоднее с каждым часом. Но самое худшее было еще впереди. К тому времени, когда прибыла семья Камаля, напряжение стало ощутимым. Его родители вместе с братьями и сестрами приехали на трех машинах, привезя с собой ток-шейха, уважаемого деятеля, известного своей способностью очищать дом от злых духов. В тот момент, когда ток-шейх вышел из машины, он посмотрел на дом и покачал головой с мрачным выражением лица. «Этот дом», – пробормотал он, его голос был тяжелым от беспокойства. «Это неправильно». Он поприветствовал их всех крепким рукопожатием, а когда схватил Ади за руку, нахмурился. «Ваше настроение ослабло», – загадочно сказал он, – «их вызвали». Ади не понял, что он имел в виду, но эти слова пронзили его до костей. Ток-шейф настоял на том, чтобы Ади, Камаль и Фикри оставались в фургоне, пока он и отец Камаля войдут в дом. Едва целитель вышел на крыльцо, как старое радио в гостиной внезапно ожило, причем настолько громко, что все подпрыгнули. Вилку вытащили накануне вечером, но она играла навязчивую мелодию. Это была старая индийская песня, которую никто из них не узнал. Братья и сестры Камаля, которые с нетерпением ждали возможности осмотреть дом, закричали от испуга и бросились обратно к машинам. Остальные члены семьи обменялись тревожными взглядами, но никто не осмелился приблизиться к дому. Минуты ожидания в фургоне казались часами. Ади мог видеть беспокойство на лицах всех, особенно детей, которые сбились в кучу сзади. Их широко раскрытые глаза были полны страха. Ади хотел их утешить, но не знал, что сказать. Как успокоить кого-то, если вы даже не уверены, что сами в безопасности? Наконец, спустя, казалось, вечность, ток-шейф вышел из дома, держа в руках что-то, отчего у Ади кровь застыла в жилах. Это был большой коричневый плюшевый мишка, которого они выбросили накануне. Они завернули его в черный мешок для мусора и оставили в мусорном баке снаружи, но он лежал здесь, как будто к нему никогда не прикасались. Сердце Ади колотилось в груди, когда он подталкивал Камаля. «Смотри», – прошептал он, указывая на медведя. Камаль смотрел, его лицо было бледным. «Это невозможно», – пробормотал он. «Мы его выбросили». Любопытство и страх охватили их, когда они побежали к мусорному баку. Камаль разорвал сумку, которую они оставили, и обнаружил, что она наполнена кирпичами и грязным бельем, вещами, которые они туда никогда не клали. Воздух вокруг них, казалось, сгустился от предчувствия дурного предчувствия, когда они обменялись испуганными взглядами. Ток-шейф подошел к ним с суровым выражением лица. «Тебе никогда не следовало держать это дома», – отругал он, его голос был пронизан гневом. «Этот медведь проклят. Это был якорь, который позволил духам проявиться». День близился к концу, и ток-шейф совершил очистительный ритуал, окропив дом солью и святой водой, бормоча себе под нос молитвы. Семья Камаля принесла еду из ближайшего ресторана и устроила небольшой пир, надеясь разрядить гнетущую атмосферу. На мгновение в доме стало легче, напряжение спало, когда солнце начало садиться. Но в ту ночь, когда лил дождь и снаружи завывал ветер, открылся истинный ужас дома. Был вечер четверга, и буря снаружи не собиралась утихать. В доме было пугающе тихо, что резко контрастировало с хаосом последних нескольких дней. Родители Камаля, которые остались, чтобы убедиться, что все в порядке, сидели с мальчиками в гостиной, и мерцающий свет единственной лампы отбрасывал длинные тени на стены. Несмотря на спокойствие, Ади не мог избавиться от ощущения, что что-то не так. Он надеялся, что очищение ток-шейфа избавит дом от всего зла, но тревожная тишина казалась затишьем перед бурей. Когда часы пробили полночь, напряжение в комнате стало почти невыносимым. Мать Камаля предложила им помолиться вместе, и они собрались в небольшой круг,
их голоса сливались, читая стихи из Корана. Но как только они начали, из задней двери раздался громкий стук, и звук эхом разнесся по всему дому. Все замерли, слова застряли в горле. Стук продолжался, становясь все настойчивее, и затем они услышали его, звук льющейся из ванной воды, как будто кран был открыт на полную мощность. Ади двинулся первым, его сердце колотилось, когда он побежал на кухню. Зрелище, открывшееся ему, было невероятным, кран в раковине был открыт, вода лилась бесконтрольно, хотя он и не прикасался к ней. Он потянулся, чтобы выключить его, но кран не сдвинулся с места. «Помоги мне!» – крикнул он, и Камаль и Фикри бросились к нему. Вместе им удалось перекрыть кран, но как только они это сделали, вместо него из крана ванны потекла вода. «Это дом», – сказал отец Камаля дрожащим голосом. «Оно злится». У них не было другого выбора, кроме как перекрыть подачу воды через главный выключатель снаружи. Но как только они это сделали, электричество в доме начало мерцать. Свет мигал и выключался, потолочный вентилятор бесконтрольно жужжал, а радио, все еще отключенное от сети, снова начало играть эту преследующую мелодию. Паника охватила их, когда они сгрудились в гостиной, пытаясь понять смысл происходящего безумия. Дети, слишком напуганные, чтобы говорить, прижались к родителям, их глаза расширились от ужаса. Ади почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот, когда он понял, что ситуация выходит из-под контроля. А потом, когда они решили, что хуже быть не может, воздух наполнился отвратительным зловонием. Мать Камаля, которая пошла проверить рисоварку, вскрикнула от ужаса. Ади подбежал к ней и увидел, рисоварка была наполнена чем-то, отчего у него скрутило желудок, куском фекалий, дымящимся и отвратительным, лежащим поверх свежеприготовленного риса. Ади поперхнулся и отшатнулся, едва выйдя наружу, как его вырвало. Остальные последовали за ним, их лица исказились от отвращения и страха. Они собрались снаружи под проливным дождем, слишком боясь вернуться в дом. «Нам нужно уйти», — сказал отец Камаля дрожащим голосом. «Это место проклято». Но уйти не было возможным. Арендодатель ясно дал понять, что они потеряют свой залог, если нарушить договор аренды, и они не могут позволить себе потерять эти деньги. Они оказались в ловушке кошмара, из которого не было выхода. Той ночью они спали в машине, двери были заперты, а окна приоткрыты равно настолько, чтобы впустить немного воздуха. Дождь барабанил по крыше и завывал ветер, но они были слишком измотаны, чтобы обращать на это внимание. Они просто хотели, чтобы ночь закончилась. На следующее утро они проснулись под щебетание птиц, поскольку буря наконец утихла. Ади почувствовала проблеск надежды, когда взошло солнце, его лучи прорезали тьму прошлой ночи. Может быть, просто может быть, худшее уже позади. Но когда они вернулись в дом, их встретило всепоглощающее чувство страха. Воздух был густым и тяжелым, стены, казалось, смыкались вокруг них, и этот запах, слабый, но безошибочный, все еще сохранялся. Отец Камаля принял решение. «Мы уезжаем сегодня», — объявил он твердым голосом. «Мы поговорим с домовладельцем и во всем разберемся позже, но оставаться здесь больше мы не можем». Они упаковали свои вещи в рекордно короткие сроки, сложив одежду и личные вещи в сумке, стремясь вырваться из злобной хватки дома. Но когда они начали последнее приготовление к отъезду, истинный ужас дома дал о себе знать. Все началось со слабого запаха дыма. Сначала они думали, что это всего лишь их воображение, чувство страха, оставшееся от прошлой ночи. Но затем сработала дымовая сигнализация, и с растущей паникой они поняли, что дом горит. Пожар начался на кухне, куда после уборки поместили проклятого плюшевого мишку. Пламя вспыхнуло, поглотив медведя и быстро распространившись, как будто сам дом был полон решимости не дать им уйти. Они попытались выбраться, но пламя распространялось быстрее, чем они могли двигаться. Жара была сильная, дым удушливый, а воздух наполнялся треском и ревом огня. Ади едва мог видеть сквозь густой дым, но ему удалось схватить Камаля за руку и потянуть его к входной двери. Они вырвались наружу как раз в тот момент, когда прибыла пожарная часть. Подвой сирены. Пожарные сработали быстро, потушили пламя и локализовали пламя, прежде чем оно успело распространиться на соседние дома. Но ущерб был нанесен.
Дом был разрушен, превратившись в обугленные дымящиеся руины. Пока они стояли на подъездной дорожке и смотрели, как пожарные тушат остатки пламени, Ади не мог не почувствовать странное чувство облегчения. Дом исчез вместе со всем злом, преследовавшим их. Но шрамы останутся, напоминание о кошмаре, который они пережили. Когда к ним подошел начальник пожарной охраны с мрачным лицом, Ади знал, что будут вопросы. Но не было никаких ответов, которые имели бы смысл, никакого объяснения ужасов, свидетелями которых они стали. Все, что они знали, это то, что дом в Серембане 2 был проклят, и им повезло, что им удалось спастись. Конец. Спасибо, что подписались на наш подкаст. Если вам понравилось наше исследование призраков, мифических существ и городских легенд, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться, чтобы увидеть больше захватывающих серий. До новых встреч, мои любимые слушатели!